Сегодня в наш город прибыли участники мотопробега «Заполярная подкова». В путешествии от Мурманска к берегу Карского моря принимают участие 4 экипажа на мотоциклах, машина сопровождения и один смельчак Анатолий Хоменко из Нефтеюганска на скутере. В Губкинском их встречали представители клуба «Ямальский легион». Свою поездку длиной более 6 тысяч километров мотопутешественники приурочили к столетнему юбилею со дня создания рабоче-крестьянской Красной армии, днем рождения которой считается 23 февраля. Своим мотопробегом мы бы хотели обратить внимание особенно мужского населения нашей родины на подвиги наших отцов, дедов, прадедов, которые не только отвоевывали землю, не только защищали, но и осваивали, особенно север, различные территории, благоустраивали, создавали жизнь и нам передали такое богатое наследство. Встретить праздник участники мотопробега «Заполярная подкова» планируют в конечном пункте маршрута поселке Ямбург.